каждая женщина хочет быть прекрасной и неотразимой, особенно если речь идет о каком-то важном мероприятии или празднике. Именно поэтому очень важно уметь самой делать легкий вечерний макияж и уметь самой подчеркнуть свою естественную красоту. Сегодня я покажу и расскажу, как нанести легкий вечерний макияж, который вы сможете повторить в домашних условиях в преддверии наступающего праздника 8 марта, быть неотразимой и самой красивой. Первым этапом в макияже у нас идет очищение кожи. Это мы делаем с помощью мицеллярной воды и ватного диска. Наносим мицеллярку на ватный диск и мягкими массирующими движениями очищаем личико нашей модели. Помощью сыворотки с гиалуроновой кислотой и коллагеном от Farmstay Cosmetic. Сыворотка придает коже увлажнение, сияние, делает кожу более гладкой, шелковистой, что позволяет тональному средству лечь гладко, не скатываться и хорошо держаться. Пока сыворотка выполняет свою работу, приступим к макияжу глаз. При макияже глаз тени могут осыпаться на наше личико, а этим самым пачкать тональную основу. Поэтому сначала я делаю макияж теней, бровей, а после всего вышеперечисленного перехожу к тональной основе. Гелем для фиксации бровей. Приступаем к теням, да, красить тени. А перед этим я наношу базу под тени. Она поможет нам гораздо больше продержаться с красивым макияжем, а также придаст более легкое нанесение теней. Если у вас нет базы под тени, вы можете ее заменить на любое тональное средство. Но имейте в виду, что тональное средство не даст того результата, нежели как база под тени. Но если совсем критично, можно использовать тональный крем. Небольшое количество средства наносим неплотным слоем, но все верно. Для макияжа я использую классические тона коричневого цвета, от светлого к темному. Такой макияж подойдет любой девушке, женщине. Он не навязчивый, не броский. И такие теплые оттенки подходят по цветовой гамме всем девушкам. Приступаю к макияжу я со среднего оттенка. Я возьму вот такой песочный цвет. Возьму его хорошенько на пушистую кисточку. И буду тушевать по орбитальной складочке. Засветлить области рядом с бровью. Я возьму посветлее оттеночек
и сглаживаем вот эту границу, за которую я случайно вышла. Вот таким способом. Беру кисточку немножко поменьше и оттенок поярче. Тоже набираю, но не сильно плотно. И опять-таки по орбитальной складочке, но немножко в более узких границах, прям в серединке, тоже так вот аккуратненько протушевываю. Персикового, здесь блики серебряного, золотого цвета, все это очень красиво блестит, переливается. Но прежде чем нанести мерцающие тени, я наношу подложку сухих теней самого светлого оттенка из палитры. Я возьму вот такой цвет, ну, можно назвать белый или шампань, и наношу его на подвижное веко, по всему контуру подвижного века, прихлопывающими движениями, вот такой вот плоской кисточкой. Аккуратненько наносим, вырисовываем наше подвижное веко. Под мерцающие тени я использую подложку, чтобы тени держались дольше и не осыпались. Я использую подложку от NYX. Совсем небольшое количество наношу на подвижное веко. Мерцающие тени также набираем на плоскую кисть, там плотненько, плотненько набираем и наносим также на подвижное веко прихлопывающими движениями, чтобы тень зафиксировалась на нашей подложке. Прокрашиваем уголки глаза. Я сначала возьму практически самый темный оттенок, вот такой коричнево-ореховый цвет. Затем дополню уголки небольшой кистью более темным, насыщенным коричневым цветом. Набираю на кисть небольшое количество тени. И во внешний уголок глаза, вот здесь, небольшими движениями, протушевывая, накладываю. Возьму чистую кисть пушистенькую и светленький такой персиковый оттенок. Им я буду сглаживать края, чтобы был легкий переход, не было слишком темных кругов, так скажем, броских моментов макияжа. Мне нужно все это смягчить, границы. И уголок глаза тоже аккуратненько, вот здесь лишняя тень, я ее зачищу. И с другой стороны также. С верхним веком мы закончили, переходим к нижнему веку. Я беру самый темный цвет, небольшую кисточку, пушистую, но достаточно плоскую. На нее набираю небольшое количество средства темненького и тоненькой линией от уголка глаза я провожу, ну, примерно до середины. Затем возьму оттенок немножечко посветлее, такой ореховый. Набираю уже пушистую кисточку и растушевываю границы от темного к светлому. Немножечко, не сильно вниз, потихонечку вот эти края я сглаживаю.
во внутренний уголок глаза и под бровь мы накладываем хайлайт. Если нет хайлайтера, можно заменить светлыми мерцающими тенями. На верхнее веко наносим подводку. И последний этап, макияж глаз, мы прокрашиваем наши реснички тушью. Прокрашиваем несколько слоев, чтобы сделать более открытый выразительный взгляд. Прежде чем наносить тональные средства, я нанесу консилер. Он высветлит зоны под глазами и уберет нежелательные синячки и все, что нам не нравится. Он скроет у нас все. Наносим под глазки. Использовать тональное средство коллаген. Оно очень хорошо тянется, легко в нанесении, очень хорошо увлажняет кожу и достаточно бюджетное. Его может позволить себе, я думаю, каждая женщина. Я наношу тональное средство спонжем и его обязательно мочу. На сухой спонж ни в коем случае делать не нужно. Также вы можете нанести тональное средство ручками, но поскольку у меня клиент, это не очень эстетично, и я буду наносить спонжем. И также совет, спонж, он не даст тональному средству очень лечь плотно, то есть сделать покрытие ровным, невесомым, ну, скажем так, естественным. Наносим небольшое количество тонального средства на спонж. И начинаем мягкими прихлопывающими движениями. Тут сначала растяну я. И вот так вот наносим. На всю личико на наше. Повседневного макияжа можно это не использовать, а для вечернего макияжа я бы рекомендовала, чтобы не было мокрых бликов на лице и лицо было более свежим, бархатным и красивым. Большое количество пудры набираю, немножко стряхиваю и начинаю вот так вот потихонечку, легонечко наносить. От височка взять кисточку и протянуть полосу к губам. Вот это и есть скуловая зона. Ее затемняем и затемняем линию роста волос возле лба. Я использую скульптор Pro Makeup. Щечки так вот аккуратненько наносим румяна. И в завершение коррекции лица наносим хайлайтер. Это мое любимое средство. Он придает сияние, свечение. Наносим мы хайлайтер на зону, верхнюю скуловую зону. Вот здесь хорошо его растираем. Вот, потому что он начинает свое действие, сияние в процессе, так скажем, трения. Мне очень нравятся эти карандаши, 103 оттенок, он такой пыльно-пудровый. И немножечко с помощью коррекции карандашом мы можем изменить форму губ, сделать ее более ровной, сделать более губки пухлыми, что я сейчас, собственно говоря, и буду делать. Карандаш обязательно должен быть остро наточен.
нашей модели более яркий праздничный образ. Накрутим волосы на две нити и подадим небольшой объем. Я расскажу, как это сделать. В первую очередь гофрируем волосы для того, чтобы придать волосам прикорневой объем. На одну сторону я сделала небольшой подчес, чтобы она была по объему. У нас будет объем на одну сторону. Немножко присыпаю пудрой для объема. Немножко подчес. Локоны я буду крутить на плойку. Начинаю с самой нижней пряди. Человек совершенно. Понравилось? Да. Я рада. Модель Спасибо. Наша очень довольна. Я тоже. Вот мы завершили наш праздничный образ. Такая красотка у нас получилась. Дорогие, милые, прекрасные женщины, поздравляю всех вас с праздником. Я хочу вам пожелать побольше прекрасных мгновений, огромного женского счастья, большой чистой любви. Я хочу вам пожелать, чтобы каждая из вас помнила о своей природной красоте, очаровании и исключительности. Я хочу пожелать вам баловать себя, заботиться о себе, любить себя. Будьте все счастливы, прекрасны и очаровательны. С праздником!